перед вами находится автомобиль, который в случае тревоги первым выезжает в место вызова. Он туда доставляет пожарный расчет, то есть пожарных огнетушащие вещества. Это у нас вода, пена и пожарно-техническое вооружение. К пожарно-техническому вооружению относится все. То есть пожарные рукава, пожарные стволы, пожарные лестницы. Имеется три вида ручных пожарных лестниц. Вот видите наверху, да, это лестница штурмовка. Там с той стороны можете пройти, посмотреть, есть крюк. Имеется еще трехколенная выдвижная лестница, не видно там она в середине. Весит она 45 кг. Подвигается на высоту до третьего этажа. Устанавливается с помощью двух лошадок. И третий вид ручной пожарной лестницы, это лестница палка. Почему называется палка? Потому что в собранном виде она выглядит как палка. Раскладывается и служит для подъема на небольшую высоту пожарную. Также с помощью этой лестницы при необходимости можно использовать вместо носилок. То есть раскладывается, вкладывается пострадавший и переносится в безопасное место. Значит, вкратце вам расскажу. Когда прибывают пожарные к месту вызова, начальник караула с командиром отделения проводит разведку. Дает команду на боевое развертывание. Что представляет собой боевое развертывание? Пожарные рукава. Прокладывается магистральная линия, это рукава диаметром 77. Затем подсоединяется разветвление с другой стороны. И это разветвление идет уже рабочая линия, то есть рукава диаметром 51. К рукавам подсоединяется ствол или стволы, смотря сколько нужно подать. И непосредственно стволами уже пожарные выходят на позицию, приступают к тушению пожара. Помимо пожаров, пожарные выезжают и на ликвидацию дорожно-транспортных происшествий. Для этого имеется педагогический военно-специальный инструмент, с помощью которого, если так произошло, после ДТП люди оказались в зажатых и искореженных автомобилях, с помощью этого инструмента разрезается, разгибается и извлекается кто-то пострадавший. Оказывается первая помощь. Теперь о профессии пожарного. Как вы знаете, пожарные занимаются тушением пожаров, причина которых может быть погашенная спичка или взрыв на предприятии вследствие неправильной эксплуатации какого-либо оборудования. И практически виновники сами всегда люди. И наша главная задача пожарных по прибытию к месту – это спасать людей, тем уже материальные ценности и, естественно, тушить пожар. В данный момент профессия пожарного считается героической. Каждый сотрудник, работник пожарной охраны должен быть храбрым, выносливым, иметь отличную физическую подготовку, обладать теоретическими знаниями, а также практическими навыками и умениями в борьбе с огнем. Когда приходит беда, пожарные должны быть всегда готовы прийти на помощь людям. Для этого необходимо сила воли, самообладание, мужество, решительность, способность пойти на риск ради спасения людей. Эти качества у пожарных воспитывает пожарно-спасательный спорт, которым мы занимаемся. И в целом наша работа, на которой постоянно проходят занятия, учения, то есть способствует повышению профессиональных навыков пожарных. Также не отрабатывают нормативы по пожарно-строевой подготовке. Это работа с пожарными лестницами, пожарными рукавами, пожарными стволами. Отработка нормативов по физической подготовке. Подтягивание, бег, другие различные упражнения. Это все проводится для того, чтобы в любую минуту могли выехать и оказать помощь людям. Профессия пожарного – это очень ответственная, серьезная, необходимая людям и благородная профессия.